Это было в мае. На рассвете нарастал у стен Рейхстага бой. Девочку немецкую заметил наш солдат на пыльном мостовой. У столба, дрожа, она стояла. В голубых глазах застыл испуг, а куски свистящего металла смерть и муку сеяли вокруг. Тут он вспомнил, как, прощаясь летом, он свою дочурку целовал. Может быть, отец девчонки этой, дочь его родную, расстрелял. Но сейчас в Берлине под обстрелом полз боец и телом заслоня девочку в коротком платье белом осторожно вынес из огня. Скольким детям возвратили детство, подарили радость и весну рядовые армии советской, люди, победившие войну. И в Берлине в праздничную дату был воздвигнут, чтоб стоять в веках памятник советскому солдату с девочкой, спасенной на руках. Он стоит, как символ нашей славы, как маяк, светящийся во мгле. Это он, солдат моей державы, охраняет мир на всей земле.